Задание. Выбери задание, а затем распечатай. Выбери задание, а затем распечатай. Играть. Знакомств кто что? Это ведро для мусора. У него есть дно и стеночки. Это шкаф. Он сделан из дерева. Это блюдце. Оно может разбиться, если упадет. Это половник. Им из кастрюли наливают суп или компот. Это чайник. У него есть ручка, носик и крышка. Это ложка. Она бывает маленькой или большой. Это скатерть. Скатерть делают из мягкой ткани. Это холодильник. Внутри него холодно. Это мелкая тарелка. Она круглая. Это мыло. Из него делают мыльные пузыри. Это миска. В нее кладут салат. Это хлебница. Ее делают из дерева или пластмассы. Это спички. Это палочки, из которых получают огонь. Что кушает ослик? Умница! Что кушает свинка? Колючки кушает верблюд. Травку кушает лошадка. Сено любит овечка. Все верно! Найди еду, которую кушает жираф. Зернышки ест мышка. Желуди ест ежик. Умница! Что кушает собачка? Комариков ест лягушка. Семечки любит голубь. Желуди ест свинка. Все верно! Что кушает воробышек? Малинку ест зайчик. Кукурузу ест зайчик. Яблочки любит зайчик. Молодец! Это термос. В нем носят горячий чай или компот. Это веник. Он сделан из прутиков, которые связаны с одного края. Это стол. На нем кушают. Это кран. Чтобы включить его, нужно повернуть ручку. Это ведро для мусора. У него есть дно и стеночки. Это сахарница. У нее есть крышечка и ручки. Это чашка. У нее есть ручка, чтобы крепко держать. Это дуршлаг. На его донышке дырочки. Это вилка. Она твердая. Это холодильник. У него есть дверца и полочки. Это стакан. У него есть дно и стеночки. Это умывальник. В нем моют посуду. Это полотенце. Им вытирают мокрые руки. Это блюдце. Из него едят. Это мыло. Если его намочить, оно становится скользким. Это совок. На его широкой части загнуты края, чтобы мусор не высыпался. Это кухонная доска. На ней режут еду, чтобы не поцарапать стол. Это ложка. Она бывает маленькой или большой. Это поднос.
Он может быть круглым, квадратным или овальным. Это половник. У него большой черпачок, чтобы набирать суп. Это графин. Он прозрачный. Это плита. У нее есть конфорки. Это спички. Они деревянные.